в принципе, одинаковая по всему району, и по городу, и по селу. Конечно, низковатая явка. В сравнении, скажем, с выборами 2009 года, там было 37 где-то процентов. Вот. Но объяснимо, погода, конечно, сегодня подпортила, как говорится, и избиратель с неохотой шел на избирательные участки. Нарушений, в принципе, нет. Жалоб на избирательные участки не поступало. Были некоторые вопросы, но которые в устной форме были разъяснены председателями, да. Вот, поэтому абсолютно спокойно все прошло. В этот раз у нас избирательных округов много, во-первых. Вот 18 избирательных округов, но 18 протоколов нужно будет свести. Поэтому обычно это 2-3 там на разных выборах, да. А в этот раз в связи с тем, что вот округа, вот, поэтому немножко времени понадобится побольше. Но я думаю, что все-таки где-нибудь там ближе к утру четкий результат у нас будет. Я думаю, что, в общем-то, по-другому не могло быть. Мы никогда не отличались тем, чтобы быть в аутсайдерах. К сожалению, погода, я думаю, помешала, исключительно только погода помешала сделать явку более высокой. Люди, конечно же, склонны к тому, чтобы в такую погоду находиться дома. Но вместе с тем мы преодолели порог в 30-процентную явку. В принципе, район всегда отличался стабильностью, но хочу сказать, что выборы 2014-го – это спокойные, грамотные, квалифицированные, бесконфликтные выборы. Выборы, достойные того, чтобы признать их чистыми, честными, бесконфликтными. Фактически все партии представляли свои интересы на этих выборах, и мне хочется отметить, конечно же, самый для меня приятный момент – это то, что партия власти одержала безусловную победу свыше 70% по предварительным подсчетам. Но вместе с тем хочу сказать, что были представлены равные шансы всем, все имели право привести своих, так сказать, коллег и проголосовать. И я думаю, что результат, который мы на сегодняшний день имеем, он действительно реально подтверждает наличие представителей партии в районе, их конкретные дела и возможность их дальнейшего участия в Совете депутатов и города, и района, и поселений. Наш район ориентирован на социальное развитие, на улучшение комфортности жителей нашего города. Ну и, наверное, изюминкой, новшеством можно сказать о привлечении в наш район туристической составляющей, поскольку действительно впереди несколько юбилеев очень значимых для нашего города и района. И таким образом вся эта работа, я имею в виду и по инфраструктуре, и по другим направлениям, должны быть направлены в том числе на то, чтобы сделать этот город доступным, интересным, комфортным еще и для приезжих. Людей, следящих за политической жизнью в нашем районе, понимающих и отдающих себе отчет, что от решения каждого человека зависит в целом судьба района. И я хочу поблагодарить всех, кто нашел в себе силы подняться в такой дождливый день, прийти на участки, проголосовать, сделать свой выбор. И я надеюсь, мы вас не разочаруем. Я думаю, что вместе, единой командой, мы сумеем достичь многого для блага всего района и для каждого гражданина нашей замечательной территории Клинского муниципального района в частности. Удачи всем, благополучия, здоровья вам и вашей семье.